Her bir insan çeketirədi kendi gününü bakınarak dolayı hem de görerek nece yaşamak dolayı yaşamakla şavkla hem de hayırla o zaman da az kötülük olacaktı. Biz de hayırdan, sevinmekten hem de iyi bir haldan çeketiririz kendi programımızı çünkü yeni güne adımlarız. Yeni gün programmasına GRT kanalında selam yarım herkese kim uyanır bizimle birlikte. Sabah hayır olsun. Ayık gezerim, liseye de gitmerim. Hiç işten tutulmerim, hep haylaz kaylaz gezerim. İşsizim kaç ay geçti, önümü kara kedim geçti. İşit beni karıcım, yükelenme sev beni. Yakında bir iş bulup çevirerim ben bir evi. Seni de boyarlar gibi karıcım donatacağım. Hem de çok bahşiş alacağım seni sevdiğimden. Lafımı tutarım ben, paralı bir iş bulup şaşkış takalarsın sen. İçkiden hem tütünden vazgeçmeye savaşacağım. Paramı harcamam sağa sola, saltire getireceğim. İşin beni garicim, yükelenme sev beni. Yakında bir iş bulup çevirerim ben beni. Seni de boyarlar gibi karıcım donatacağım. Hem de çok bahşiş olacağım. İlerler sabahınki programımız. Bu ara var stüdyomuzda misafirimiz Sengisi Benir Patride çıkarmam. Misafirimiz geldi Çıdırlınga kasabasından. Мария Братан. Онын артык фотоларыны соцсетилерде чөйү көрөр, чөк танышыр, чүнкү түрлүү олушларда да Мария Патридачка ракана күчүктөн бүйүнө кадар инсандары түрлүү олушларда олсун, юртулу нёсы олушлар олсун, хер күнкү яшамактан нёсы кыпымнар, онар юзел хемде онар айрылырлар башка-башка патридачларын İşlerinden çünkü her birin var mutlaka kendi yazısı, kendi çizisi hem de kendi bakışı. Laf edeceğiz biz misafirimizle Rus dilinde hem de var niye laf edelim. Мария, доброе утро. Добро пожаловать. Спасибо. Вы известны в Гагаузии уже и на международном уровне как фотограф, который имеет свою стилистику, свой взгляд и работы ваши особенные. Но прежде чем перейти и к тем мероприятиям, в которых вы принимаете участие, и к вашей работе, чуть-чуть расскажите о себе. Это ваше любимое занятие? Это то, к чему вы пришли сами? Либо это ваша профессия?
Наверное, это, скорее всего, хобби, которое перешло в профессию. На самом деле, мне с раннего детства нравились рисунки. Я всегда любила смотреть фотографии других, допустим, фотографов, даже те же альбомы, которые у нас были дома. И постоянно перелистывая, это меня вот вдохновляло, как-то мне было интересно. И практически можно сказать, что начала я свой фотографический путь с момента рождения моей девочки. Когда она родилась, я начала просто фотографировать ее, ловить те важные моменты с самого раннего детства. И вот она постепенно перешла более, скажем так, в хобби, более на профессиональный уровень, да. Но в самом начале мне казалось, что вот я фотографирую, как я вижу, как я чувствую, просто фотографирую. Но не знала, как на самом деле сделать это более профессиональным. И фотографировала девочку. После я стала обучаться фотошопу. И методом тыка, потому что тогда, в то время, не было никакой информации. Я нигде не могла найти, как это делать, что это делать, как правильно фотографировать даже, допустим. После этого я поступила в фотошколу Романа Рыбалева в городе Кишинев, что я хотела дальше развиваться и идти в этом направлении, потому что я знала, что это мне нравится, и хотела расти в области фотографии. Поступила я в фотошколу и обучилась фотографическому искусству. Научилась видеть там свет, тень, как правильно фотографировать, как обрабатывать. И вот постепенно с того момента вот уже 15 лет прошло. 15 лет? Да. Фотографируете? Да. А через ваш объектив прошло очень много личностей. Согласна, начиная очень много. От мала, наверное, от новорожденных и до, да. Не знаю, возраста людей, да? Да. Каждый образ, он по-своему интересен. Что стараетесь подчеркивать, фотографируя вот эти мгновения, запечатлевая, что стараетесь запечатлеть, именно подчеркнуть фотографии? Наверное, в первую очередь, это индивидуальность и характер человека, модели. Мне важно подчеркнуть именно тот внутренний мир, который вот я даже вижу, грубо говоря. Для этого надо побеседовать чуть-чуть до этого, обязательно. До работы. Клиент как придет ко мне, вот, допустим, на съемку, я не начинаю сразу фотографировать, не хватаюсь за фотоаппарат и не бегаю там, не говорю, так становитесь, так становитесь. В первую очередь я стараюсь общаться, даже как-то отвлечь внимание, допустим, модели и просто наблюдать со стороны, как, с какой стороны, даже в каком ракурсе она будет дальше смотреться лучше, какая характеристика, допустим, у человека. И только после этого я начинаю работать. Это кропотливая работа? Ну, как сказать. Надо с тонкостью подойти, да? Да, да, да. Вовремя как бы, да, знать, когда, что. Можно оставить чуть-чуть в покое, допустим, иногда модель. То есть надо ловить те моменты исключительные, которые именно надо запечатлеть, чтобы и модель тоже осталась в итоге довольна. Да. Удается, всегда удается, либо очень, или бывают такие моменты, когда все-таки. Ну, зачастую в основном удается. Большинство удается, да, запечатлеть модель, ее индивидуальность, характер. Бывает очень редко, когда вот может что-то не так. Ускользнуть, да. Но и то это нужно больше, просто надо было больше времени, допустим, уделить модель, которого, допустим, не было. И вот и все. Я говорила, что ваши работы уже на международном уровне стали известны, и буквально последнее участие ваше, это вы вошли в список победителей фотоконкурса в Румынии, это международного рода, да. Конкурс. Расскажите немножечко. Да, действительно, я участвовала в конкурсе, который проходила в Румынии. Она проходила под патронатом Международной федерации фотографического искусства ФИАП, и проходила это в Бухаресте. И там было две секции, как бы цветная фотография и черно-белая. Можно было отправлять по 4 фотографии туда и туда. Вы сколько отправили? Я тоже отправила и попробовала 4 фотографии отправить в цветную секцию и 4
в черно-белую. И в конце концов получилось, что вот одна из моих работ вошла в список победителей. Цветная работа или черно-белая? Черно-белая. Черно-белая, да. Фотография вошла в список победителей. Ну, с чем у вас и поздравляем. Спасибо большое. Ожидали, что войдете в список победителей? Честно, нет, не ожидала, потому что в этот конкурс я вообще абсолютно чисто случайно об этом конкурсе узнала. И там остался буквально день, чтобы отправить свои работы. Я быстренько выбрала фотографии, просто вот скинула свои работы и на этом все. А дальше что там, как, даже не думала, что я вот смогу вот выйти. Кстати, я вот единственная вошла там в список победителей из Молдовы. И как-то даже удивило мне этот результат, если честно. Ну, когда есть хорошие работы, есть чего выбирать, конечно же, надо, наверное, и быть уверенным в своих силах, в своей работе, что дальше. Да, стану частичкой или небольшим победителем. По итогам конкурса, что проходил в Румынии, где работы будут размещены? Работы будут размещены в Бухаресте на выставке. И потом будут печататься в каталоге, они будут отправляться потом победителям, и дальше они могут перепродавать эти каталоги и дальше выставлять по различным выставкам, вот и будут работы дальше проходить. Вы делитесь с нами, с нашими телезрителями, с некоторыми работами, их было очень много, очень жаль было отсеивать некоторые работы, но и тем не менее, небольшую часть мы их собрали, давайте посмотрим и комментарии тоже ваши послушаем. Да, но это фотография. Необычная работа. Это моя девочка, дочка моя была на первой фотографии. Вот и малыши, малыш. Да, да. Это фотография в стиле ньюборн, сейчас это очень модно, актуально. И вот тоже постепенно внедряем у нас тоже в Гагаузии это. Вам приходится постоянно развивать себя, постоянно, чтобы... Постоянно, абсолютно, чтобы что-то было новенькое, чтобы было интересно, да. Фотография как будто в историю уходит. Да. Вот эта фотография, вот Анна, она вот вошла в топ-70 в конкурсе 35 Awards, который вот дальше. Разноплановая, тут молодежь на отдыхе. Как часто приходят к вам в студию, либо приходится на природу выходить? Мы обсуждаем вначале с моделями, с клиентами. Что они хотят? Что они хотят конкретно, да, смотря, что хотят от фотографий, ну, получить они в конце, вот в итоге вот от этого мы отталкиваемся. Либо в студии, либо на природе. Что им ближе, то и делаем. Свадебная фотография. Да, свадьбами, да, я очень давно занимаюсь. Вообще начала со свадеб, и вот до сих пор основная работа – это больше даже свадьбы, чем фотосессии. Это мой свекр на фотографии. Образ вы придумали? Да, я образ придумала, они вообще да, они 3 секунды соглашаются, только говорю, так, мне нужно на фотосессию, у меня есть идея, они, все, Маша, согласна, едем. Что нужно сделать? Необычная работа. Вы также стилистом работаете или как? По-разному. В той работе, да, мы работали с визажистом, она красила специальными красками. Это... Хотела что-то необычное подчеркнуть, как-то интересно поработать с цветами, с цветом. Как правило, свои работы и называете, даете их им имена или нет? Зачастую да, даю имена тоже фотографиям. Так проще назвать? Так проще, когда смотришь на фотографии, проще осознавать, вот что я хотела донести, допустим, зрителям. Да, да, ну вот фотографии. И вот эта фотография, кстати, вошла вот в список победителей в Румынии. Гагаузские дома. Гагаузские это, кстати, девушки. Мой родительский дом, да. И у нас была идея с Лидией Тадиевой отснять вот в гагаузских национальных костюмах. И мне сразу пришла идея, почему бы не отснять их вот как раньше, чтобы было ближе к нашему народу, вот именно в сельской местности, в сельских, вот возле сельских домов, улиц,
чтобы это более чувствовалось. Гагаузский колорит. Гагаузский колорит, да, вот стиль, традиция наша, вот это все. Мария, ваши работы также вошли в топ 100 лучших одиночных работ 6-й фотопремии, где принимали участие представители 173 стран. В да. данном конкурсе, это данный конкурс, он в России проходил, правильно? Он проходит, да, в России, он тоже международный, как бы, как вы и сказали, 173 стран участвовало вот в этом конкурсе, он проходит каждый год. И впервые принимаете участие? Нет, не впервые в этом конкурсе я принимала участие, я начала принимать в нем участие с 2017 года. Кстати, тогда я тоже вошла в первый же год сразу в топ-60 фотографов вот между международных, международного конкурса. Этого. Этот конкурс, он имеет какие-то свои названия? Какие-то цели определенные ставит? Они в основном каждый год выбирают всегда 100 фотографов, 100 лучших одиночных работ и 100 лучших одиночных, не одиночных, а 100 фотографов года по номинациям. И после этого они печатают каталог, куда входят самые лучшие работы вот международных стран. Вы в и какой номинации этого, принимали участие? В первый раз я принимала в постановочной фотографии, где я вошла вот в 2017 году в топ-60 по миру и в топ-10 по Молдове. Там потом определяется еще по каждым странам отдельно уже идут места. В этом году я вошла в топ-60 тоже получается по женскому портрету в номинации «Женский портрет» и в топ-100 в номинации «Фэшн и гламур» вот вошла. Это онлайн-конкурс? Это онлайн-конкурс, да. В этом году так было, да? Да. В принципе, каждый год идет онлайн-конкурс, и вот так вот. А потом в конце они уже печатают для каталога они вот все делают. Ну, с 2017 года принимать участие, это уже традиция, наверное, у вас. И, наверное, с каждым годом все интереснее, работа новая. Да, и в принципе, вот в этом году первый раз вот одна из моих работ будет тоже печататься в этой вот, в этом каталоге. Она тоже будет среди тех фотографов и фотографий, лучших фотографий в мире. Потому что это будет приятно. Победители являются обладателями итоговых фотоальбомов или не, или не получается? Все, не, только вот те, которые входят в топ-100. Да. То есть вам ждать фотоальбом или, не, или это в электронном варианте? Это платно, это нужно заплатить, и тогда они мне отправят. Да. Что связано с Россией? Вы знаете, что проводили мастер-классы. Я проходила мастер-класс, да, в Москве, ездила специально. А, проходили? Проходила, да, да, да. Ездила специально, как бы повысить свою квалификацию, чтобы дальше расти. К известному фотографу в России, к Елене Смирновой, мы поехала в Москву, и там проходила 2 дня у нее мастер-класс, который проходила в Москов-Сити, и было очень интересно на самом деле, потому что для меня это было необычно. И я работала с настоящими моделями, и там действительно работала команда, стилисты, и вот все это было вообще на другом уровне. На эти модели у нас сейчас есть возможность посмотреть, ваши комментарии да. тоже попросим. Это вот фотография в одной из башен вот Москов-Сити, по-моему, Федерация она называлась, я точно не помню. Мы тут снимали «Утро невесты». У нас по мастер-классу. После невеста мы... настоящая или нет, нет, это модель? Это настоящая пара, но они модели. И молодой человек, и девушка, они моделями, профессиональные модели. И вот мы как бы снимали практически целый день, вот как идет свадьба. Вот начиная утро невесты, прогулка, ЗАГС. Вот мы ездили потом в Царицыно. Это ваш взгляд на эту пару, ваши, те моменты, которые вы уловили? Да, это мои моменты, которые мы уловили, да. Как бы нам Елена рассказывала, как она это делает, но все равно мы, каждый из нас, мы делились по команде и фотографировали, вот как мы уже видим дальше. И потом на следующий день у нас целый день было изучение по фотошопу, по обработке. Я оттуда тоже, кстати, какие-то моменты для себя взяла, все равно получила какой-то опыт.
Это было на самом деле очень интересно. А мастер-классы вы сами даете, давали? Да, давала. Есть необходимость? Мастер-классы, да. Здесь, в Гагаузии? Здесь, в Гагаузии, да. Я давала в Авдарме мастер-класс, когда там открылась тоже фотостудия, фотошкола прямо в школе. И я поехала туда, и вот там для школьников при школе прям открыли фотостудии. Я им давала мастер-класс, как пользоваться фотоаппаратом в студии. Вот пару раз и было. И у меня в студии тоже, я индивидуально тоже проходила. Несколько раз проводила мастер-класс. Каждый фотограф имеет свой почерк. Вы идейный фотограф. Как подходите каждому сюжету? Образы приходится вам тоже придумывать? Или вот чисто вот модель, допустим, из ее желания, да, запечатлеться? Если это моя творческая съемка, допустим, не клиентская, то в основном всегда это придумываю я. Идеи ваши. Да, приходит идея, я уже пока картинку в голове не увижу, я не начинаю ничего делать. После этого я ищу конкретно модель, образ, локация, и только после этого я уже обговариваю с моделью, вы там согласны, она не согласна, и начинаем уже работать. Чаще бывают модели, которые соглашаются, либо отказывают? Всегда соглашаются. Образы настолько интересные, что, наверное, нельзя отказаться, потому что образы, они не из сегодняшней жизни, так скажем, и моменты тоже получаются вот какие-то сказочные. И иногда сказочные, иногда по-разному. Реальные, потому что, иногда, да, иногда реальные, да, допустим. Мне вообще идея приходит, скажем так, по-разному каждый раз. Я могу просто идти по улице, увидеть интересную личность, и я точно знаю, что я хочу фотографировать ее. Я надо уже, работать как бы, с этим человеком. Да, я даже могу не сказать этому человеку, что я ее поставила на галочку, грубо говоря. Я в своей голове это все прокручу, конкретно как я хочу этого человека фотографировать, какой локации, в каком образе. Только как после этого у меня вот картинка сложилась, я точно знаю, допустим, кто этот человек. Я могу позвонить или написать, либо попросить кого-то узнать, кто этот человек, подойти и спросить, хотите вы участвовать у меня на съемках просто вот так, в творческой. И такое бывает? Очень часто. Соглашаются? Да, конечно, потому что я уже, наблюдая за этим человеком, я уже точно знаю характер, справится, не справится, подойдет, не подойдет под этот образ, и дальше уже работаем. Фотоаппарат с вами всегда? Практически всегда. Мне даже сегодня спросили, Маша, а где твой рюкзак, когда выходила из дома, потому что у меня рюкзак постоянно на спине, я постоянно хожу с ним практически. И тем не менее умудрились к нам без фотоаппарата прийти. А я же платье просто. Это шутка была. Мария, бывает такое, что, допустим, фотоаппарат у вас, ну, как говорите, в рюкзаке, по улице идете, увидели момент, его надо запечатлеть, вот вы его запечатлели, не спрашивая согласия чего-то или... Это бывает редко, на самом деле. Обычно, если у меня фотоаппарат, то я спешу к какой-то съемке, да, практически. И время иногда может не позволить, а бывало, да, я могла остановиться, фотографировать и все. Даже был момент, вот я фотографировала соседа по гаражам. Кстати, очень колоритные фотографии с ней получились. Это фотографии, которые мы сейчас смотрели. Одна из них была. Одна из них была, по-моему, да. Вот, да. Он чинил машину свою. Я просто вытащила фотоаппарат, я как бы давно наблюдала. Он такой фактурный мужчина, как раз для фотографища идеально просто. Эмоции, вот все, очень интересно. Он сидел вот на скамеечке и вот что-то чинил. Я сразу так, у меня фотоаппарат был с собой, вытащила. Я говорю, так, где диване? На 5 минут. Я буквально 5 минут с ним поработала. Он как раз прикуривал, даже отдыхал в тот момент. И очень как раз интересные фотографии получились. Такие спонтанные моменты, запечатлевая фотографии, ну, мы увидели, что получаются необычные. Человек не позирует, это рабочий момент, это такой простой именно момент. Да, они получаются более эмоциональными. Вы эти фотографии им дарите? А я потом скидываю. Или в свою коллекцию собираете? Я их в свою коллекцию, но я обязательно потом моделям обязательно делюсь, да, да. Это все равно это они, им приятно тоже. Они же работали вместе со мной, участвовали в этом, почему бы и нет. Это один из примеров, которые вы, допустим, увидели, да, в реалии. А вообще, как рождаются идеи? Откуда берете? Вообще, на самом деле, абсолютно то, что меня окружает, наверное, вот от всего.
просто, может быть, это просто предмет. Это вот человек, как я говорила, вот я шла по улице и увидела интересную вот фактуру, эмоция какая-то. Это архитектура, может быть, локация, как у Димы. Я шла, допустим, увидела какую-то локацию красивую, интересную. Все, я уже хочу там, уже придумала, как бы я там фотографировала, допустим. Очень часто приходит идея с просмотра фильмов, клипы, книги, музыка, даже слушаешь музыку, все от этого тоже. Ездишь вот на обучение, тоже вдохновляешься, приходит какая-то идея, и тоже хочется дальше творить. Либо уже просто смотришь работы других фотографов, и тоже, оттуда тоже можно черпать кучу идей. Даже старые мои работы я могу перелистать, и где-то опять что-то мне захочется сделать. Или воспоминания с детства, допустим. То есть фотограф должен быть очень внимательным, да? Да. Я, можно сказать, вот выхожу и могу ходить по городу и просто смотреть. Мне это, если я где-то присела на корточки... Даже тогда, наверное, где-то ловите какой-то момент. Я уже смотрю, с какого ракурса мне лучше снять, потому что тут, допустим, интересный свет, и я всегда слежу за временем, где, в какое время мне быть, в какой локации на самом деле. Потому что одна и та же локация, и разное время суток, оно может выглядеть вообще абсолютно по-разному. Поэтому я всегда уловила момент, идеальный свет для съемок. Я посмотрела на время, ну так, приблизительно в это время я могу сюда подойти и тут отснять. Как бы раньше или позже тут делать нечего. Это будет вообще другой результат. Ночные съемки, они частые бывают у вас? Или, как правило, днем? Ночные редко бывают, да. Бывают, но бывают. Но редко, потому что, когда ночная съемка, хочется больше света вокруг, больше фонариков. Ну, нету столько у нас тут всего, это небольшой город. Когда в больших городах, то там, естественно, это можно проще сделать, потому что там все светится, витрины, лампочки, фонарики, где-то все, кафешки светятся. У нас тут чуть-чуть не настолько. Вы работаете, фотографируете и моделей. Есть работы, фэшн-работы. Да. Вы сами их так назвали. Да. Отснятые на наших буджакских степях. Мы работали, да, с Надеждой Чумертовой, она mm-hmm. дизайнер, и вот она устраивала фэшн-шоу для себя, вот для рекламы, допустим, ну, чтобы она могла продвигать свое творчество тоже. И я в нем участвовала, да, мы снимали фэшн-шоу в трех разных локациях, три разных дня, там работали с моделями, было на самом деле очень интересно. Это были и вечерние платья, и пижамы, и костюмный вариант. Мы очень долго готовились к этой съемке. Это не просто мы пришли и все, начали фотографировать. Нет, мы до этого, мы неделями, мы ходили и искали локации, где мы будем снимать, именно какие костюмы там будут, в какое время мы будем снимать. Как бы мы все досконально это все расписывали и знали точно, когда и что мы где будем снимать. Да, и, кстати, из этих работ фэшн, вот, которая в пижамном варианте, где потресканное озеро, вот она вошла вот в фэшн-шоу в конкурс 35 Awards, в топ-100. Это где? В каком конкурсе? В какой это стране? Вот, это 35 Awards в России, то, что международный российский конкурс. Международный конкурс. Да, на этих моделях мы сейчас тоже имеем возможность посмотреть. И на ваши работы попросим наших операторов. Одна из локаций. Это заброшенное, недостроенное даже здание. Мы решили, что там будет интересно. Именно в костюмном варианте. И модно. И модно, да. Там вот здесь вот площадка была, проходили девочки, показывали. Это тоже одна из локаций, где мы снимали вечернее платье. Это уже в поле. Это уже в поле, да, в наших степях. Девушка, она модель, она приехала с Кишинева, тут тоже участвовала в этом фэшн-шоу, да. Это наши девочки. Здесь уже другая локация, мы поехали в поле, мы специально хотели ночью это все снимать. И вот мы пока готовились, это все снимали, ночь наступила, ночная фотография. Ночная фотография, да. Очень даже интересная.
А эффект воздушного платья как удается создавать? А прыгаем? Где прыгаем, где подкидываем платье? По-разному. Это то, о чем это, вы говорили? Да, это то, вот, это пижамное. Это на потрескавшем, ну, озеро, которое высохло, и вот мы поехали. В прошлом году было очень засушливо как раз. Вот, и да-да, несколько озер высохло все, нас, да, несколько озер высохли, к сожалению, да. Но на фотографиях это было очень интересный эффект. Интересно, да. А стремянку пришло с собой? А стремянку мы брали с собой изначально, потому что мы знали, что понадобится нам для съемки. Угу. Даже для меня вот залезть на стремянку и сверху фотографировать. А там уже по ходу самой идеи сами уже приходят там. Кому залезть на лестницу, кому там снизу. И одеяло с собой забрали, потому что это была все-таки пижамная тема. То есть стремянка необходимый атрибут? Да, очень часто бывает. Потому что нам на съемках всегда приходится куда-то лезть, куда-то лечь. Как бы смотря под каким ракурсом все это снимать. На самом деле очень красивые фотографии получились, модели тоже. Спасибо. Конечно, шикарные. Мария, все работы, которые ваши, имела возможность посмотреть, они, ни одна работа не повторялась. Это ваш стиль работы? Или вы не любите повторение? Мне кажется, это для каждого фотографа, наверное, вот то же самое будет, потому что невозможно повторить одну и ту же фотографию вот с другим человеком. Даже если я один в тот же образ, в той же локации я буду снимать, то фотография не будет похожа на другую абсолютно. Потому что это уже другой человек, другие эмоции, другой характер. Может, возможно, даже в тот момент другой свет там. Поэтому она по-любому будет разной, другой. Но работа не повторится, вот никак она не может повториться. Да, мгновения не повторяются. Да, то, что сейчас, это сейчас. Ваши работы, ну, в фотографиях чувствуется легкость, единичность, спортстиль где-то был, классика. То есть разноплановые работы. Разноплановые, абсолютно. Я не могу конкретно двигаться в одном направлении. В основном большинство фотографов, они вот узконаправленные. Если взяли, там, допустим, женский портрет, они только вот снимают женский портрет. Или приходится там развиваться, да? Да. Искать новые идеи. Да, новые. И некоторые там только деток снимают. И у меня тут все. Детки маленькие, взрослые, и темы тоже разные у меня бывают на съемках. И веселые, и по-разному. С какими известными личностями удалось поработать? Ну, может, и сейчас работаете? Известными я очень... Или творческими, так правильно скажем. Творческими, да, личностями. Я очень часто работаю. И работала, я думаю, и буду работать дальше. Это, в первую очередь, это Людмила Тукан, с которой мы очень часто работаем. Мы уже практически, наверное, лет 10 вместе работаем. Кстати, очень интересно именно, вот, когда творческие люди встречаются. Вообще подход тоже другой немножечко получается. Дима Железогла. Дима Железогла, да. Тоже очень харизматичный. Такой вот интересно тоже с ним очень было работать. С Олесей Железоглой мы работали. Кстати, мы даже с ней в Болгарию ездили, клип снимали. Там тоже работали. Очень интересно было. С Юлией Арнаут, с группой Есть, и тоже работали. Ну, с ним мы на одной волне, скажем так. Это, как правило, наши творческие личности Гагаузии. Да, это наши творческие личности. С Молдовы с кем-то приходилось работать? Ну, модели мы видели. Да, с Молдовы только с моделями. Так, в основном нет. В основном у меня тут больше Гагаузии. Вы не фотограф, но и стилист. Я знаю, что у вас своя студия. Часто ли бывает, что приходит модель и сам не знает, какой образ он видит, то есть доверяется полностью вашему вкусу? Да, очень часто это бывает. Я даже говорю, вы возьмите с собой свои вещи, приходите ко мне, и мы уже там дальше разберемся. Мне самое главное, в первую очередь, если они ко мне приходят, чтобы привыкнуть к ним, и они ко мне, я фотографирую в их непривычной одежде, допустим, в начале,
А потом я уже по ходу дела вижу, чтобы подошло больше моделю, я уже начинаю предлагать их, давай мы попробуем вот это или вот это. Вот у меня там в студии есть много реквизитов, и если что, я уже точно знаю, чтобы подошло в этот момент, и если клиент соглашается, то мы без проблем это все пробуем, и у нас очень хорошо, здорово получается. А секреты образа ваших моделей, они в чем заключаются? Вот вы увидели человека, да, вы увидели модель. Вот. Секрета даже, наверное... Это чувство, это то, что вы чувствуете, это то, наверное, что видите. Да. То есть... то, что я, наверное, вижу больше, да, чувствую, вот, чтобы больше подошло. Вот, как я вижу модель, вот я вот то и... Наверное, скорее всего, в этом секрет. В атмосфере фотографирования очень... Для вас что важно, чтобы... Ну, образ вас мне больше всего подчеркну... удовлетворил ваш вкус, либо пожелание модели? Если это творческая съемка, то, скорее всего, то, что я хочу, допустим, видеть, я больше, чтобы, в первую очередь, я удовлетворение получила от этой съемки. Но в то же время, и чтобы модель тоже, потому что если модель тоже не будет удовлетворена этой работой, то у нас ничего не получится. Это как бы взаимная работа между нами. Я не могу сказать, что конкретно только я должна или только модель. Нет, это мы должны... В тандеме, да, работать и получать удовольствие от процесса работы, потому что ничего не получится. Тогда надо быть хорошим еще психологом, да? Психологом приходится, да, быть, потому что надо общаться с людьми, чтобы им было легче потом даже вот быть самим собой на съемочной площадке. В образах модели что стараетесь подчеркнуть? Телосложение, портрет, В первую очередь индивидуальность человека, вот, характер. Грубо говоря, даже больше. Как мне удается определить индивидуальность человека? Я не знаю, как это. Я просто в тот момент я чувствую, вижу и все. Я всегда смотрю на человека и всегда стараюсь определить самое интересное в этом человеке. У кого-то, может, это фигура, у кого-то глаза, у кого-то улыбка шикарная. Я делаю акцент просто на вот те моменты, которые вот меня в первую очередь удивили. Вот мне было интересно с ними работать. Как правило, фотографироваться любит молодежь и женская половина. Мужская половина тоже, скажем, любит, но они как будто более капризные, что ли, или не любят долго ждать, они не любят, позировать, да? Не любят особо. В последнее время я вам хочу сказать, что мужчинам очень даже нравится фотографироваться, да? На самом-то деле, да. Просто им нужно чуть-чуть время. Они даже если семьями приходят ко мне, и мне сразу говорят, мой муж не хочет фотографироваться, допустим, я говорю, окей, ничего страшного, на 1-2 кадра я его больше мучать не буду. Пусть посидит. Он пока сидит, он привыкает на самом-то деле. Я его попрошу просто так, встань, пожалуйста, там на 1-2 кадра, я просто с ними общаюсь и даю время чуть понаблюдать, чтобы он привык. Как только он привыкает, он сам потом говорит, так, все отойдите, я сам буду фотографироваться на самом-то деле. Они очень быстро переходят на вот это вот все. И даже больше фотографируются иногда, чем женщины. Да? Да. Но они более харизматичны, наверное, они харизматичные, да, они спокойно смотрят в камеру. Как бы интересно тоже с ними работать на самом-то деле. А больше всего кого любите фотографировать? Это малышей? Это, наверное, это детей, детки детей? И старшее поколение в возрасте бабушки, дедушки, которых там в глазах можно прочитать всю их жизнь. С ними на самом деле настолько интересно, вот они смотрят на тебя, и ты уже все, как будто видишь то, что они прожили, горе и радости, там в глазах все написано, абсолютно. Да, они более детки, послушные. Да, а они дети, послушные, дети, и детки, а деткам надо... вообще интересно, так они никогда не стоят на месте, они постоянно тебе могут улыбнуться, они по-настоящему, если они улыбаются, они улыбаются по-настоящему. Если они плачут, то они плачут по-настоящему. И эти эмоции у них настоящие на самом-то деле. Но не поседы. И с ними не поседы, да, согласна. Но за счет этого кадр становится интереснее. Удается улавливать моменты? Ну, иногда. Бегаете в основном, да. Бегаем за ними на коленях, где, как. И мы стараемся уловить себя обязательно. Я уже понимаю, что сейчас куда-то что-то. И постоянно у меня... Объектив направлен. Да, объектив направлен, и палец на спуске. Готовы всегда.
Мария, спасибо вам за интересную беседу в наше утреннее время. На самом деле, очень давно ждали, что вы придете. Спасибо. И, наконец, эта встреча состоялась. Спасибо вам за вашу работу. Спасибо за приглашение. И чудесное настроение в утреннее время. Вам успехов, терпимости и, конечно, побольше креативных идей. Спасибо, будем стараться. Удачного дня. Спасибо. Ну, а нашим телезрителям напоминаю, что в гостях в студии ГРТ была Мария Братан, фотограф, наша гостья из города Чадырлунга. Говорили мы на тему конкурса, Мария принимала участие и в международном конкурсе и в Румынии, и в России, и вошла в топ победителей. Ну и, конечно, о том, как рождаются фотографии, те моменты, запечатленные именно глазами фотографа. Гости провожаем, а вы оставайтесь с нами.
есть цветущий сад доброты. Как мне хочется его найти и сорвать букет доброты.